В регионе о плохих дорогах можно сообщить на горячую линию. Будьте готовы назвать диспетчеру свои контактные данные и фамилию. Это нужно, чтобы вам могли сообщить о проделанной работе. Линия работает круглосуточно по номерам 8-8352-54-05-00 и 8-917-679-23-16. Новые функции взяла на себя диспетчерская Чувашупрдора. Теперь сотрудники будут принимать сообщения не только о проблемах на республиканских дорогах, но и на других. Кстати, жалобы на сбой в работе транспорта тоже.